Всем привет, с вами Светлана, и сегодня мы будем играть, нет, не будем играть, я покажу вам реплей своего одного боя на Panzerquartermeer 1C, ПЗ КПФВ 1C. Очень интересный бой, хочу сказать. Может, так он на паузе стоит? Или нет? Что-то нашей команды очень долго нет. О, я загрузился. Видимо, только что. Ну вот, начался бой, у меня был провисал пинг. Ну, в этом бою на ПЗК ПФВ 1С я выбил свое максимальное количество фрагов. Вот такое бывает редко. Вот, первый Т-70. Я думал, на этом все и закончится. Что у меня снесет. Но не тут-то было. Задница показывает себя с лучшей стороны. Вот я сделал первый фраг. Потом появился БТ-2. Я решил перезарядиться по-быстренькому, все-таки надо. О, Ленин стоит. Это ж реально Ленин. Бывает такое. Я понял, что попасть я в него отсюда не смогу. Так что я подъехал сбоку, пробиваю стеночку и всаживаю в него набор. Потом понимаю, что Т2 Light, М2 Light, не заметив его. Я потом опять выезжаю, уже перезарядившись, выбиваю третий фраг. Ну, думаю, ну все, уже не успею больше фрага выбить. Ну, тут Крусер 3 оказывается, и четвертый фраг. У меня остается один патрон в кассете. Я понимаю, что нашу базу сейчас начнут захватывать. Так что я быстренько возвращаюсь и иду назад. Ну, думаю, тут еще три фрага выбью. И тут АТ-1. Думаю, вот он на входу у меня уже засветил, и сейчас будет в меня стрелять. Но оказывается, этот рак. Даже не знал, что я за него. Я всаживаю в него обойму. Переезжаю на другую сторону и сейчас буду ехать ловить фраги. Конечно, скорость тут не очень быстрая. Ну, конечно, позадится хоть и самый быстрый танк. Но бывает, и эта скорость падает. Ну, тут я ехал на базу. Ну, в общем, хороший бой был. Итоги. Кажись, получил воина я, мастера получил и еще что-то. БТ-7 я этого так и не добил. Или добил? Добил, кажется, добил, да? А, нет, не добил. Тут я понимаю, что у меня всего-то 6 фрагов, а надо еще. И вспоминаю про то, что у них арта. У них есть арта. Понимаю, что арту я успею убить. Не успею убить, потому что захват базы идет. Но тут на помощь мне приходит наш известный ПЗ-1С. Которого видно тоже фрагов много, ну, уже 3. Там Вайт-Тайбэ, я понимаю, что арту я успею убить. Так как они там их задержат. Вот у ПЗ-1С еще тут еще 3 фрага. А мне показалось, что в тот раз он уже набил больше. Ну, я ехал, искал дорожку, как быстрее доехать. Я в курсе, я знал, что вот тут вот находится артиллерия, вот. Видите, курсор показывает. Вот там она и была, Су-26. Думаю, сейчас вот, как раз еще может попаду в этого ПЗ-1С, все-таки 9-й фраг будет. Свожусь. А, не думаю еще, вот. Вот сейчас я подумаю добить ПЗ-1С. Вот сейчас вот. Но не попал, не повезло мне. Не успел немножко. Заезжаю сюда и тут нахожу Су-26. Су-26 я садил обойму, как всегда. И так закончился этот
очень интересный и прикольный бой. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, пока!